Отпуск начинается. Ну что, сейчас быстренько переоденемся. Вот что-то более комфортное. Шорты, футболочка, шлепки. Джуля, чего ты поникла? Ты в курсе, что мы тебя сейчас отвозим на 2 недельки? Собака с перепугу очень сильно линять начала. Теперь яма у нас тоже мохнатенькая. Ну что, отдали мы собачку. Очень непривычно. Собака, кажется, еще не поняла, что 2 недели она будет жить не дома. Огромное спасибо Елене, Володька, ее мужу за то, что сами того не ведая, решили взять собаку нашу с веселым характером. Надеюсь, что она будет с покладистым характером на время нашего отсутствия. Мы потом их собачку возьмем. Да. Вот. В общем, что, одну собаку пристроили, за кошками будет наблюдать, ухаживать наша подруга давнишняя, Ксюша. Тоже ей огромное спасибо, выручили. Конечно, вот на время отпуска, на время отъезда животные это, ну, не обременение, но очень тяжело. Надо их пристроить, куда попало их не пристроишь, хочется в надежные руки, а надежных рук становится все меньше и меньше с каждым годом. Всех свои дела, хлопоты, дети и так далее. Ну ладно, а теперь ночку проспать и в аэропорт. Вот жена сегодня косички заплела себе, незапланированно. Красотулька. Ника проснулась. Что, Мичка, пойдем возьмем булочку и холодный кофеек, да? Мало вещей не получается брать. Чемодан, портфель с техникой, с документами, портфель для Мии. Это круги Мии, матрасы и прочее. Коляска, подгузники, зонтик. Погода в Питере шепчет. Будете отдыхать. Рано я похвалил такси бонус. Мне уже 3 раза отзвонились. Говорят, мы не можем найти вам машину с детским автокреслом. Заявку, между прочим, я оставлял вчера в 11 вечера. Специально заранее. Скорее всего, будем брать на себя риск оплаты штрафа в случае остановки. И просто попросим, чтобы прислали машину стандартную, без кресла. В общем, посмотрим, как они сейчас из этой ситуации выйдут. Ждем тачку. Ну что, друзья, вот мы собрались, начинается наш трип. В итоге отказались от такси бонус. Не советуем, они не смогли приехать. Вызвали такси Яндекс. Какой-то, да, вот такой вот, да. Такой, ну ладно. Все, мы потопали вот пальчик. Движение вниз. Цыгане собрались. Черепашки-ниндзя к бою готовы. Доехали на Яндекс.Такси. Водитель классный. 1000 рублей получилось, недорого. Причем ехали не по ЗСД, по КАДу. Всю дорогу болтали с водителем. Водитель выпил какой-то эликсир молодости. Говорит, что ему подполтинник. У него там куча детей, внуков. Очень хорошо выглядит. В общем, классно. Такси бонус не советуем. Яндекс такси, видать, все зависит тоже от водителей. Ну что, пришли на стойки регистрации. Сразу пока свежо в памяти, хотел несколько моментов рассказать. Ну, первое, мы попали на такси, заказали заранее, но поскольку с детским креслом даже преждевременное бронирование не означает, что машина приедет. В итоге перезаказывали другую машину.
Следующий прикол. Мы летим сейчас по авиалинии, так называется. Не помнишь? Нортвинд. Нортвинд. И у нас чемодан был 23,4 килограмма. Попросили достать до 20. В общем, как цыгане, все это открывали, перекладывали. Все очень неудобно. В итоге сдали багаж. На одного человека одна единица багажа. А зонтик пляжный сказали, ребята, он уже в багажник входит, идите доплачивайте. Зонтик мы взяли за 200 рублей, за него сказали, платите 2500. В общем, благо мы попросили добрых людей, и они сказали, что готовы взять. Налепили на него бирку багажа, но в багаж не забрали. Приходится им сейчас ходить с этим зонтиком, сдавать они его будут возле трапа. В общем, как-то так. У нас сейчас куча шмоток. Пойдем позавтракаем, немножко расслабимся. Ну и будем тоже рассказывать, что и как. Забивака, смотри. Международный аэропорт Пулково. Мы сегодня не завтракали, поэтому сейчас пойдем в Макдональдс и перекусим. Попьем кофеек. Хотели в Старбаксе, но в Старбаксе особо ничего не покушать. Там только плюшки всякие. Пончики. А... Подожди, мы что, зря подняли? Где Макдак? Макдональдс! Ау! Комментарий почти веганом. В общем, мы решили извлечь из этого полезный урок. Нам нужен второй большой чемодан, потому что у нас слишком много маленьких сумок. В отдельную сумку мы сложили все мики на круги, в другую сумку мы сложили подгузники. Третья сумка у нас сейчас появилась. Ввиду того, что достали все из чемодана. В общем, как цыгане, опять куча всего, расслабиться не получается. Ноутбук везде надо доставать. В одном месте я его достал, он у меня упал. Надеюсь, ноутбук работает. Ладно, поехали. А вместо Хрюша в прошлом году здесь был Жан-Клод Ван Дам. Вот так вот меняется все. Пошли искать дальше Макдональдс. Немножко территория аэропорта. Кто-то опаздывает. Самолетики. Время уже без 20:10, мы еще не покушали. Вот Starbucks сразу видно со всех сторон. В общем, Starbucks, если мы не найдем Макдональдс, мы сейчас сюда прилетим. Вот так выглядит наш самолетик Нортвинд. Так, ребята, в зоне отправления в аэропорту Пулково Макдональдса нет. Оказывается, он в зоне прибытия только. Вот и все. Пойдем, наверное, кофе попьем. Картошка фри, к сожалению. Да, или к счастью. Бургер Кинге. Печаль, опять не фартит. Что ж такое-то? Starbucks победил. Цены Burger King, конечно, в аэропорту капец. Мало того, что нам тут запрещено. В общем, нам сказали, снимать запрещено. Наверное, снимать больше не будем. Да, вот котик. Все, заканчиваем. И пусть весь мир подождет. В общем, решили все-таки в Starbucks. Взяли свежесваренный тол, мии с соевым молоком, капризе с овощами. Мики взяли. Донат. Я на запосе уже фотку. А мой телефон вот под мультики. Она еще хочет. Мия сейчас от нас драпанула. Мы только выбирали тортик, поворачиваем, она уже в середине зала. Перепугались, капец. В общем, будьте внимательны, дети очень быстро бегают в таком возрасте. Ладно, все, расслабимся. Авиакомпания Nordwind, Boeing 777-200. Нам достались три места возле окошка. В самолете три ряда. Мы возле входа, возле окошка. Минечке свое место законное, оплаченное. Свой стволик, который сейчас надо будет собрать, да? Минечка пытается себя закрыть. Яна делает 110-ю фотографию.
Ладно. Взлетаем. И почитаем свежий журнальчик. Долго думали, брать или не брать с собой эту штуку. Удобная, она как и столик, и как подушка. Где она что делает? Держит ручку. Задержка рейса уже на 35 минут. У нас минус один. Яночка уснула, спала сегодня 3-4 часа. А Мике подарили набор доктора. Вот она сейчас уже слушает маму. Судя по всему, мама точно спит. Да, забыл сказать, что в этот раз мы летим с моими родителями. Они уже в Турцию прилетели, они полетели напрямую из Уфы. Уже позавтракали, отдыхают. Ну ничего, скоро мы приедем. Спасибо Pegas Touristics. Выдают для детей какие-то вот карточки, салфеточки. И это отвлекает всех деток. Очень классная штука. Ну что еще хотел рассказать. Мы летим со скоростью 730 км в час. Если так, где-то 10 тысяч. Расстояние 3200 до Турции. Носочки переодели, подгузник. Нам повезло, туалет находится рядом. Вот там вот. Мишке подарили набор доктора. Вот. Теперь у нас щипчики тут. Кошечка. Очки. Кстати, как? Мне Костя очень видно. Грусть, печаль, тоска. Будет даже кофе. Стаканчик воды принесли. Норвинд. 3,5 часа. Бесплатная вода. Немножко расскажем, как лететь с маленьким ребенком. До 2 лет, как знаете, билеты бесплатные. Ребенок сидит на руках. Ну какой плюс? Это дешевле. Какой минус? Иногда хочется его переложить, если ребенок не спит. После 2 лет, а нам сейчас 2 года 4 месяца, уже полноценное место, полноценный билет. Плюс место, минус то, что это деньги отдельно. Отдельный билет полноценный. Вот. Стоил на высоте 10 тысяч метров, когда ты уже спокоен. Это взять какую-то интересную, полезную книжку. И в моем листе для прочтения появилась книга Джона Кеха «Подсознание может все». Советуем прочтению. Идем на посадку, Мия, да? Да. Как прошла дорога, скажи? Хорошо летели? Да, хорошо. Хорошо, говорит, летели. Подгузник, да, один поменять успели? О, сними папу. Кого? А маму уже сними. Оставить можно? Папу заснимешь? Всем привет! Мия снова взяла камеру в руки. Молодец! По закону подлости, за 9 минут до посадки ребенок решил прилечь спать. Полезная штука. Ее можно и под попу, и под спину положить, и под голову. Дабл! Дабл! Ну что? Да, мы выходим. До свидания. Всего доброго. До свидания.
Прилетели на улице плюс 33. Ну, после нашей жары в Питере это, в принципе, не так уж и много. Ника вырубилась. Пойдем забирать багаж.